В минувшее воскресенье 13 сентября «Пинская волна» на своем поле встречалась с «Гранитом». Матч 17-го тура чемпионата страны среди команд первой лиги завершился победой нашего клуба. Стоит отметить, что последний раз бело-синие забивали в ворота соперника из Микошевичей более одного гола в далеком 2003 году. Эта игра прервала безвыигрышную серию нашей команды. Итоговый счет матча 3-1 в пользу пинчан. В первом тайме мяч в ворота «Гранита» отправил Виталий Кибук. В начале второго тайма гости сравняли счет и, казалось, вернули все на свои места. Однако пинская команда смогла отличиться еще дважды. Денис Ковалевич и Виталий Кибук забили мячи в ворота гостей из Микошевичей. Очень долго мы ждали эту победу. Она все время ускользала у нас из рук. Разные события никак не приводили к тому, что мы набирали в Пинске 3 очка. Очки набирали в основном в гостях. Сегодня надо констатировать, что «Волна» была умнее, техничнее, острее в атаке, поэтому я считаю, что мы выиграли заслуженно. Воскресный поединок добавил в актив нашей команды 3 очка. Теперь «Волна» с 21 баллом идет 7-й в турнирной таблице. 19 сентября в субботу пинская команда сыграет в Светлогорске с футбольным клубом «Химик».